тем, кто еще не провел опашку полей, необходимо сделать это в обязательном порядке. Также без промедления нужно оборудовать площадки для подъезда пожарной техники к водоемам. Такое поручение дал глава муниципалитета. Главы сельских округов, оказать содействие в этом вопросе. А у нас же беда как? Машина выехала, воду слила, потом ей надо куда-то ехать, мы теряем только время. А у нее должна быть какая-то дислокация там, дежурного забора воды где-то рядом. Поэтому ищем разные пути для того, чтобы укоротить это время. Не менее важная составляющая для курорта – опрятный внешний вид. Зашла речь об одном из участков в центре города. Он находится в аренде у предпринимателя. Юрий Поляков потребовал найти способы воздействовать на него в рамках правового поля, вплоть до расторжения договора. Чего там только нету. Там земля выделена под строительство, а кафе, допустим. Но там его никто не строит. Там чего только нету. Велосипеды, машины, кофе, мороженое, все там, убили всю клумбу. Но людям все равно, это люди не анапчане, им все равно, что убивать. Они только деньги подбивают, а убивают все скверы, все. Другая проблема – зазывалы вдоль дорог и улиц, которые предлагают арендовать комнаты. Глава города-курорта поручил найти механизм, который позволит перевести рынок на более современные рельсы. Понастроили гостиниц, теперь не знают, что с ними делать. Там с табличками сидят на улице, сдаю жилье. Ну что это такое, а? Ну это вообще позор курорту. Ну есть точки, специально оборудованы. Ну пожалуйста, выходите в интернет. Позиционируйте себя. Не, проще сидеть там грязному в шортах, там на табуретке, на краю дороги, сдаю жилье. При этом Юрий Поляков дал указание увеличивать число малых архитектурных форм. Это могут быть скульптуры, просто интересные детали ландшафта. Одна из таких идей – светильники в форме паруса на набережной. Скульптор из Санкт-Петербурга предложил установить там, где сейчас корабль с алыми парусами, статую Ассоли, главной героини романа Александра Грина. Нужны малые формы, чтобы мы за осень, за зиму все растаяли к следующему курортному сезону. Мало малых форм с тематикой моря, с тематикой нашей, с тематикой Анапы. Вот такие нужны. Юрий Поляков не исключил, что будет объявлен открытый конкурс проектов, как это было в случае с объездными стеллами. Одна из них уже установлена на трассе со стороны Новороссийска. Другую монтируют в данный момент на въезде со стороны Фадеева. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.